сидим во время перемены. А еще, ребята, почему? Сразу зависит сколько? Нет, нет, Карлис, нет. Еще, пожалуйста. Ну, какие идеи высказываете смело? Самый большой урок в мире. Вы уже сказали, по времени большой. А еще, почему большой? Ребята, а тема, посмотрите, что сегодня сбережешь, завтра пригодится. А цели наши. Сегодня мы с вами обратим внимание на экологические проблемы, которые есть, да? И попробуем вместе обсудить и найти способы их решения. Поэтому еще раз задам вопрос. Данила, как ты думаешь, почему самый большой урок в мире? Ну подумайте, ребята, пожалуйста. Потому что огромная проблема, ребята. От того, что будет вокруг нас, будет ли свежий воздух, будут ли леса, будет ли чистая вода. От этого зависит, как мы с вами будем жить дальше. Спасибо, Майя. Итак, ребятки, посмотрите, там написано...